Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Ганна Грамочук. І наразі поговоримо про початок різдвяного посту. Підготовка та календар харчування. Про це сьогодні говоримо з Максимом Злобіним, настоятелем Святопокровської церкви УПЦ у Дніпрі, та Сергієм Ярмолою, священником. Я вас вітаю. Пане Максим, почнемо з вас. Що взагалі таке піст і чому ми трохи так стали забувати про істинний його сенс? Ну, пост – это время, когда человек отрешается от мирской кутерьмы, суеты и входит все-таки в такую область более духовную. Пост – это воздержание, пост – это охранение своих чувств, это защита души, это подчинение тела духу и душе. Поэтому постный подвиг, он известен с первых времен христианства, и о нем мы читаем в Священном Писании. То есть пост – это божественное установление, которое было освящено веками и практикой церкви, начиная уже с первых веков. Поэтому пост – это та возможность, которой мы часто не имеем. Вот мы часто сетуем на то, что нет времени прийти в храм, помолиться, у нас нет времени ни на что, такая суета. И вот постный подвиг, постное время, вот эти несколько дней, их не так уж и много, они позволяют нам все-таки сделать переоценку своих жизненных ценностей и все-таки прийти к тому, чтобы духовное главенствовало над телесным, чтобы мы не были рабами своего чрева и рабами своей плоти, а все-таки хозяинами своей плоти. Дякую, пане Сергій. Ви до прес-конференції сказали так, що зараз трохи по-іншому трактують піст, не тільки різдвяний, а й взагалі, що ви мали на увазі? Для того, щоб зрозуміти суть поста, хочеться звернутися к первоисточникам, християнським первоисточникам. И когда готовился к пресс-конференции, я нашел такое исследование священномученика Илариона Троицкого, архиепископа Верейского, о посте и о постном. Насколько у нас изменилось отношение вообще к посту за время вот, развития христианства. И как первоисточник, который говорит о посте, священномученик Иларион приводит древнее христианское сочинение «Пастырь» Ермы. И там в этом источнике говорится о том посте, который был у ранних христиан, у первых христиан. Пост в том виде, в который мы переняли из иудейства. То есть не кушать целый день. И один день. Ну, в основном это было, да, на несколько дней это было сложно растянуть, это удавалось только за всю историю Моисею, пророку Моисею, пророку Илье и Господу Иисусу Христу, которые 40 дней в пустыне голодали, и, то есть не ели ничего. Почему стало возможным искушение Господа в пустыне дьяволом? Потому что он не ел и не пил ничего, поэтому дьявол ему предложил хотя бы в хлебы превратить камни. И вот тот пост хотя бы на один день переняли для себя первые христиане. И в пастыре Ермы такой есть совет, чтобы то, что ты сэкономишь за день, который ты не кушаешь, или же там в конце дня скушаешь водичку, выпьешь водички и скушаешь хлеб, эти деньги пожертвовать нуждающимся, чтобы пост был действительно имел смысл благотворительности, добродетели, а не просто как диета, которая у нас сейчас наблюдается. Тобто, я правильно розумію, ви радите, і як це альтернатива так довгого різдвяного посту, як мінімум, от хоча б один день нічого не їсти, поголодувати і там якусь частину, суму, так, цих грошей не витрачених на їжу, витратити на от, благодійність. К сожалению, с XII века это стало невозможным, потому что патриарх Константинопольский постановил соблюдение 40-дневного рождественского поста. А если есть уже такое постановление, то мы не можем выходить за его рамки. Тут вопрос в другом. Как сказал архимандрит Савва Мажука, если твое постное меню дороже, чем скоромное, то ты не постишься. Можно
пост свой настроить так, чтобы за время поста ты кушал, например, не фаршированного кальмара или красную рыбу на овощной подушке, а скушал что-нибудь гораздо попроще, и деньги, которые ты сэкономил на этом, да, действительно пустить на благотворительность. Тут еще хочется обратить внимание на что, чем является пост для тела человека. Протоиерей Алексей Юминский сделал такую хорошую ремарку, что наша основная главная страсть – это чревоугодие. Вот пост направлен на борьбу с чревоугодием. Что такое чревоугодие? Это обжорство, но не только обжорство, но и когда мы любим вкусно покушать, изысканно покушать. Это тоже относится к чревоугодию. Тобто, что-то бессмачно? Сильно смачно? Можно, да. Можно, например, скушать что-то изысканное, но постное. Но можно скушать куриную грудку, которая, по сути, не имеет ни вкуса, ни запаха практически. И что из этого будет более постным? Вот возникает вопрос. И что будет из этого более дешевым? И сколько ты на этом сэкономишь? И сколько ты сможешь людям пожертвовать? Но чревоугодие за собой тянет обжорство другое, другого рода. Такой страсти, как блуд. Когда мы смотрим с вожделением, обжираемся, да, по сути, и ненасытны в плотских отношениях. Чревоугодие – это то же самое, следующая страсть – сребролюбие, когда мы ненасытны к житейским благам. Вот пост, он направлен на борьбу с чревоугодием не только в плане пищи, но и в плане вот этих вот борьбы с этими страстями, которыми мы пытаемся насытить свою жизнь. Дякую. Пане Максим, а чому наразі стало популярніше так поститися? І чи пов'язано це з тенденціями популярними, як веганство та вегетаріанство? І чому це не треба плутати? Ну, ви знаєте, дійсно, ви праві, тому що вік інтернету і гаджетів – це вік скоростного обмінювання інформації. От чоловік заходить в гаджет, бачить якусь новість, особливо популярних блогерів, вони соблюдають дієти, вони займаються вегетаріанством і так далі, і тому подобне. Я ще пам'ятаю своїх школьних літ, коли деякі вчителі нам на уроках між предметами говорили, що от зараз пост – це так полезно для здоров'я, для організму, тому нам потрібно поститися, щоб бути в хорошій фізичній формі. Тому особенно сейчас это модно, когда все выискивают какие-то диеты, и многие говорят, вот есть пост, почему бы нам не поголодать. Однако пост и диета, пост и голодовка – это совершенно разные вещи, потому что у поста есть две стороны, два крыла. Это воздержание от пищи и это молитва. Это непрестанная молитва. Поэтому тот человек, который говорит, что он постится, но он не посещает в постное время общественное богослужение, не принимает участие в таинствах покаяния, причастия, в других таинствах церкви. То есть он не живет церковной жизнью, говорить о том, что он постится, нам нельзя. Он соблюдает какую-то диету по тому или иному принципу, пусть даже по типикону, по уставу Святой Церкви. Вот что заметил отец Сергий, я хотел добавить, что очень страшным является грех, который в церкви называется как гортанобесие. Вот то, о чем батюшка говорил. Вот очень хорошее такое наименование – гортанобесие, когда мы занимаемся удовлетворением через пищу своего плотского естества. Вот пост, он от этого тоже нас защищает. То есть мы должны полюбить простоту в пище. Не ради того, чтобы похудеть, а ради того, чтобы опять-таки истончилась наша плоть, и чтобы мы не были телоубийцами, а чтобы мы стали страстоубийцами, убивали в себе свои страсти при помощи Божьей. Я думаю, мы еще об этом будем сейчас говорить. Як духовно себе очистити? Ну, окрім того, ну, людина ж може так ходити в церкву, молитися, поститися і при цьому робити зло. Ну, буває ж таке, правда? Або таїти в собі якийсь негатив.
Ну, я думаю, что каждый из нас, начиная от первого рожденного на земле и заканчивая последним рожденным, имеет в себе страсти, грехи и пороки. И очень часто люди, которые не ходят в храм, осуждают тех, кто ходит в храм, в том, что они вот посещают храм, но живут грешно. Но дело здесь в том, что каждый человек уже при рождении заражен этим грехом. И апостол Павел говорит, что «я хочу творить доброе, но не творю доброе, а что не хочу творить злое, то творю, и не могу понять, что со мной происходит». И дальше продолжает: «ибо живет во мне закон греха». И вот именно пост, как духовная тренировка, направлена на то, чтобы сквозь года, сквозь всю свою жизнь научиться сдерживать те негативные проявления, о которых вы говорите, которые проявляются в нашем уме, в нашем сердце. Это не значит, что вот мы будем сейчас поститься, тут все здесь, кто находится, и 7 января мы выйдем на рождественское богослужение какими-то другими. Может быть, у нас ничего не поменяется, но у нас будет некий духовный опыт, благодаря которому уже следующий пост, может быть, станет для нас спасительным. Поэтому постный подвиг – возможность потренироваться духовно, покаяться в своих грехах и все-таки сделать переоценку своих каких-то ценностей. Дякую. Сергію, як не зірватися, не об'їстися в новорічну ніч? І, наприклад, там, як часто люди зриваються, от, тримаються, а потім от, саме на Новий рік, бо у нас, на жаль, традиції такі є українські. Об'їстися з там тазик олів'є і так далі. Ви розумієте, про що я кажу? Ну, в першу чергу, тренувати в собі воздержання завжди і во всьому. Чому ми повинні іменно на Новий рік сорватися? Якщо взагалі для людей, які соблюдають пост, он, по сути, продолжается и в новогоднюю ночь. Новогодняя ночь не дает ни разрешения, ни послабления. Но сорваться можно, конечно, и на постной пище, можно объесться и постной пищи. И, как говорил отец Максим, пост – это время нашей духовной тренировки. Но я бы тут добавил, что не только пост – время нашей духовной тренировки. Мы должны учиться воздерживаться всегда. И нас апостол Павел учит, что мы вообще те, кто приняли Христа, христиане, мы новая тварь во Христе, мы новое творение во Христе. То есть уже в момент нашего крещения мы должны уже тогда измениться. Да, в нас есть эти позывы к греху. И, возможно, довольно часто мы падаем, но главное, чтобы падение было, количество падений было равно количеству восстаний, подъемов. И если мы будем тренировать себя постоянно, то и в новогоднюю ночь мы не сорвемся. Мы так же само воздержимся и аккуратно отметим наступление Нового года, послужим молебен на Новый год, да, на то, чтобы Господь его благословил, поблагодарим за прошедший год, ну и своей вот какой-то компанией, своей общиной отметим все в пределах разумного. Но это же вся та духовная вот подготовка, которая должна быть не только во время поста, но и на протяжении всей нашей жизни. Ну, там, наприклад, що можна приготувати на Новий рік зі страв, от, може, у вас є декілька прикладів, що буде і пісне, і щоб ти його не сильно не об'ївся, не зірвався? Суші. А суші? Серйозно? Да. З червоної риби? Да. Отак от можна. Ну, это самое такое простое. Это рис, рыба, это то, что действительно не нагромождает желудок. Ну, и бокал шампанского. И вроде бы и по-праздничному, и, ну, суши, роллы, да, там. И побольше водички. Побольше водички. Що ви ще радите? Які страви можна? Можна, да, запечь любую рыбу, можна приготовить какой-то, знаете, салат, в котором будет множество овощей, несмотря на то, что сегодня, сейчас это зима. Самое первое средство, когда мы постимся в рождественский пост и частично Великий пост, лично для меня это квашеная капуста, она приносит очень много. Виногрет. Да, или винегрет, правильно. Поэтому
отключить мозги, отключить похоть и понять, что в Новый год мы можем, как правильно батюшка сказал, поблагодарить Бога, начать этот год с молитвы, сесть за праздничный стол, покушать. Но главное не впадать в такое чрезмерное фарисейство и думать, что если тазик винегрета я съел, значит я не согрешил. Здесь тоже есть перегибы. Для этого есть духовный наставник, с которым нужно решать такие вопросы. Власне, щодо дітей, зі скільки років можна дітям послухатися, і як це робити обережно, аби не нашкодити їхньому організму, який росте? Або давайте і до вас це питання. Ну, я ще коли був школьником, пам'ятаю, наш владика Іриней говорив, що увіщував родителей не отягощать детей, подростков и тех, кто учится, тяжелыми постами, потому что это момент физического роста, это момент умственного развития, и если организм будет недополучать в это время поживни рачевины, то может все печально, плохо закончится. Поэтому я считаю, что для детей, те, которые учатся, конечно же, обязательно должны быть послабления в посте, в плане того, чтобы были полезные добавки. Да? Само собой, в пост можно множество витаминов и в овощах, и в фруктах, но в то же время нужен белок, нужен кальций для костей, а растительный белок у многих плохо усваивается. Поэтому тут нужно и здравый подход, и, конечно же, совет с духовником, то есть со священником, с которым вы ведете свою духовную жизнь, который ведет вашу духовную жизнь, чтобы он обратил внимание на особенности организма ребенка и сказал, что можно, что нельзя. Хотя, конечно, священник не диетолог, и тут, возможно, даже больше прислушаться к мнению диетолога, а потом уже подойти к священнику с этой резолюцией. Как вы думаете? Я думаю, что главное, вот к добавленному, добавить к отцу Сергию могу только главное, чтобы родители научили ребенка воздержанию. Пусть это будет отказ от любимой сладости. Слушайте, відмова від телефону. Да, на один день. Конечно, мы же говорили о духовном. И здоровье не нашкодить. И физическом, да, посте. Поэтому, да, научить его воздержанию. Когда человек повзрослеет, он уже сам будет решать, как ему поститься. Соизмерять свою меру со своим духовным наставником. Мой первый великий пост был в отказе от мяса. Я себя считал таким великим постником. Это был 11 класс. Вокруг меня родители бегали с ужасом, что же будет с нашим ребенком. Второй пост был еще там от чего-то отказался и постепенно привык. Поэтому детки это настолько, знаете, как хрустальная ваза. Тут очень важно не переборщить, чтобы не было отвращения посту, к молитві, к богослужению, вообще к релігіозній житті. Індивідуально. Да. Все ж залежить від батьків. Питання? Питань немає. Можемо підсумувати? Можете звернутися. Прошло, да? На жаль, так. Можете звернутися, знову ж таки, по черзі до дніпрян. Можливо, їх або закликати, так, поститися, або ж закликати поститися більше духовно. Давайте, батюшка, ви, а потім я. Призыв, конечно, будет в первую очередь к духовному посту. То, о чем говорили еще в начале нашей пресс-конференции, нашего выступления, что пост должен быть разумным, чтобы наша плоть не упала, но в то же время, чтобы она не взбесилась. И, конечно же, этот пост должен нести в первую очередь в себе духовную составляющую, то есть изменение нашей духовной жизни, метаноя, покаяние, перемена ума. Вот то, к чему нужно стремиться не только в пост, но и всегда. Быть лучше. Христос говорит, исследуйте Писание, поэтому в этот рождественский пост мы предлагаем каждому христианину глубже заглядывать на страницы Священного Писания, изучать, потому что это слова о вечности, слова о спасении. И, конечно, молитва, труд, прощение,
работа над ошибками в своей духовной жизни, чтобы достойно встретить светлый праздник Рождества Христова и с чистым сердцем славить солнце правды Христа Бога нашего. Вот такое у меня наставление. Дякую вам, що сьогодні до нас завітали. І нагадую, що наші гості сьогодні був Максим Злобін, настоятель Свято-Покровської церкви УПЦ у Дніпрі, та Сергій Ярмола, священник. Говорили про початок Різдвяного посту, як правильно поститися і чи варто взагалі це робити і навіщо це. З вами була Анна Гребенчук. Дякую за увагу.